Чё там, говорят, все поменялось. Профа типа уже не бьем. Ну, у нас одного ДД нет. Хуёвенько. Если там доберу, то, конечно, мы вернемся на профан. А что там по Так, ДПС рыбал, да, было? допустим, как? Всех нормальных ДПС я не помню, все-таки просто. Да, вроде у всех. Ну, типа, вот этот, который, типа, рогов, ну, сам постоянно кто-то был. Там по пятнашке удал. Джакунга, ну, блядь, ливер, сука, он постоянно охает. Бля, видишь, я не один, это тебе говорю. Да я помню, он пас с нами. Ну, он тогда... Мы в 10 гер ходили вроде, он норм побыл с нами. Может, по настроению. Он там и до синдры дошел, там только после синдры ушел. Так, ДК. Все, у нас все готовы, в принципе. Давайте подходим. Даю отчет. На пол отдаем на войд фрозен. Подайте каску, пожалуйста. Полоком каски дайте. Так, от Волонара ребятам разбегаемся обязательно. То есть там на вихре. Разбегаться нужно друг от друга набирать раньше. Вихрь разбежались. Цели. Келесета. Стоим АФКшем, РДД подбивает кинетику. Келесета вообще никто. Уйдите оттуда. Кто там стоит? Безумка. А мне надо трогать Келесета, отойдите. А, еще это, сферы, блядь, на самый верх не поднимайте, а то пиздец происходит. Ладно, да, сферы там... И сферы там отводить, там, к танку. На танках забирай на себя. Там еще одна стоит на лестнице. Ребят, не играйте, блядь. Ну вы нахуй вы в сферы играете, долбоебы, блядь. В темные ядра не играйте, блядь. Я говорю, играйте, блядь, и по кинетике, которая только, блядь, из потолка капает, блядь. Падает, нахуй. Алёши. Они берут, блядь, и ядра заливают. Я в ахуе. Вы чё, блядь, это первый раз, что ли, пришли, или чё? Когда такой хуйни не было, и вот опять. Весело, блядь. Так, по Талдораму поехали. Он же давно активен, я же, блядь, проебался, надо было раздавать. Ну ладно, потом. Там разбегаемся на вихре друг от друга обязательно. Сбежали. И на сопрохил. Кто там ядра, блядь, таунтит, я не понимаю. Разбежались. Все, стоим, курим. Сейчас упадет кинетика. Подбивайте РДД. Ну чё, блядь, за кинетикой-то, блядь, не смотрите? Я сейчас, блядь, и катушку, блядь, вашу ебучую, блядь, распылю. Кстати, кто что будет, если ее до самого верха кинуть куда -нибудь? Да. Потолок обвалится. Не, весь рейд тупо что да. Ты пишется, Вока? На первый этаж.
Там на первый этаж. Так, смена цели сейчас. Ты по Талдораму поехали. Шаман, давай Геру. РДД там, а за кинетикой смотрим, не забываем. Цель 3 секунды, 2. По Волнару поехали. Так, на вихре разбегаемся. Больше по волнам. Вихрь разбежались. Все, поехали в колесе, это лям добиваем. Я там шеем упал. Валька? Да, пошлите пока на Вальку. Что-то мне вообще никакой ДД даже не написал, ни один еще. Что, ты думаешь, он не убьем, что ли? Ну нет, там ДПС нужен хороший, этот раз. Там... Да, я думаю, не убьем. У нас ДПС... Ну, даже если хватит, но все равно, считай, там одно, блядь, тело это... И на дамаж как минимум, блядь, 2 ляма. Это минимум. Там под укусом, там ляма 3, там и 4 точно не должен дамаж, если хороший ДД будет. Там прям нужно от каждого. Сейчас пиши не с профа, а с это, с Ланы. Один ДД. На проф никто не хочет, мне кажется. Проф все боятся. Ты чё там же, блядь, надо это... Не просто АФК, а ДПС давай. Бегать надо, но... Зеленая хуйня, убегай, красный. Ай, блядь. Зеленая хуйня, красная, разбегайся. Хуй поймешь, если ты дальтоник, блядь. Хм. Так, или просто сначала поохотимся обязательно. То есть их там танки отворачивайте от рейда, быстренько их сливаем. Там уже распальня. Так, у нас еще с ребра 27 минут, что успеем почистить пешку там пороме. Так, это сначала там добиваем трэш, потом там кто упал, будет интересно. Срезайте, кто упал, подождите, не агрите пока. Патриота, Маху, с вами с клика. Там по ним реба сразу половину дайте. И пошли дальше. Короче, чистить.
Так, я не помню, какая там АУЕ, что там слева, справа? Справа, справа. А дальняя слева. Справа, а та слева. РДЗ там и пометки играете. Там танк один отведи, а остальных там отведи тоже. Влево. Кто знает, есть такой аддон, который пишет в чат, кто на кого напуливает. Может, кто знает? Блять, он у меня даже стоял. Здравый аддон. А то, мне кажется, на этом сервере люди не знают, что такое напуливает трэш. В ДБМ можно включить, чтобы показывалось, когда напуливает. А, в ДБМ? Прям в стандартном есть опция такая, да? Да. Да, ну почти любой скилл он КД вписать. Сейчас пошаримся. А где, не знаешь, специальное предупреждение или предупреждение для рейда или еще? Общие спам-фильтры. Хер знает. Надо тут пускать. Google в помощь. Spell skill cooldown. Ну вот это хуйня, да? Не, ну я не уверен, пишет ли он ник. Кого ты напугиваешь? КД он вроде как пишет, что типа КД у челика. Типа такого говна. У меня прям было, что вот он дает напугу, и там такими синими буквами в чат пишет. Типа такой-то напугивает на такого-то. А, ну это да, есть кодом. Он нашарит где-то его. Блять, но у меня на цирку с кустей клиент надо скачать. Так по охотницам сначала вливаемся. А мы посведите всех вместе, я не знаю. Зауешим. Падают тут на нас. Ну от вихрей не отбегают, это же как на Злуджине так же отбегать надо. Поэтому они 25 гир не скоро пойдут. Че это? Реакции 0. Вчера тут ходил. Ты стекловольный, можешь не отбегать. Нормальные пацаны отбегают.
реакции 0, так же как и гроу танк. Да я заебался от мобов бегать, бля. Бля, ну хули, раз мозгов нету. Я бы покашлял лучше. Бля, у тебя руки из жопы растет. У тебя язык из жопы растет. У тебя он в жопе всю жизнь был, походу. Бля, еще что пизданит, там интересно послушать. Ну слушай, да, терпила ебаная. Терпила, рот твой, бля. Топовый ответ, блядь, я такую хуйню последний раз в школе слышал у него. Все, блядь. Там вы посидите сейчас и подумайте над своим плохим поведением. Оба, в мути. Так, проткните вальку. Пока не играете по нему, а теперь бейте. И капитана. Заливайте быстренько. Так. На вальке у нас сидит Хулипал. Соло хилит. Это раз. Во-вторых, Лок Инос, там по себе там бафнешь там и доспех, вроде как какой-то на отхил там, и через тебя там Хулипал похилит. Поставь плюс, если понял. А маги пускай усиление там кинут, ну, на тогда... Смотри, ну как вот я видел, я вот сам не будь, типа... Лок встает прямо возле вальки, жмет адское пламя. Ты там и бафаешь там на себя там и доспех. Какой-то там, типа, на отхил, я не ебу, какой лок подхил. Блять, их там всего два зеленые и серые. Ну, скорее всего, там серый, да. О, ой, блять, Хулипал. И ты же ведь там и шаришь, там какой нужен там. Там доспех у лока. Натхи. Да ты прям кэп, бро. Ну, короче, там. И надо. Короче, там и надхил. Какой-то у тебя там есть, там и доспех. Станешь там возле. Мимут это, стерпил из лока. Видимо, там. Видимо, демонический доспех, да. Да, вот этот. Да подожди, не буду я снимать стихмут. Потом. Встаешь возле Лока, так, и маг, смотри, маг обязательно на Иноса, сейчас на него метку поставлю, там, и бафни усиление магии, и на Вальку потом, как запустим, обязательно усиление магии бафнешь. И когда там шаман там, ой, когда там Хулипал уже там наберет стаки, да, там встанешь прям возле там, этой там... что вот возле вальки будешь кастовать адское пламя, и он там и через тебя будет хилить. Элем где у нас? Только Элема нету. Почему нет? Все, все здесь, да, поехали. Допустим, Войд тогда будет слева, а Матроска справа, а Йотан еще там и на подтанцовке так на подхвате будет. Все, все готовы, поехали. Снаряд отделили. А, ханта-то у нас нету. Там, блядь, и некому трапу поджирного кидать. Подавление, поехали. Подавление свичнулись там. Так, и справа еще одно подавление, там сверху. Вроде один. Давление, ребят, больше, там разгром уже вышел. Играем все по трэшу, блядь, не АФКшит никто ж, блядь. Что за хуйня, я не понимаю, блядь. Трэш живет долго, пиздец. Должен вообще прям умирать моментально.
червей играем прям. Как только там у нас там умирает там жирный, под него уе сразу же дикое. Подавление. Что за хрень на шаме летает в порталах? Шаман, я сказал, что только у нас Холли Пал по порталам летает. А, все понял. Больше вообще никто не летает. В мага играете там, и в Алдерна, и в самую последнюю очередь только. Там Холли Пал там скажешь, когда тебе надо будет рост дать и так далее. Давление. Слева вверх вниз и справа один внизу. Мага сначала залили, и только потом жирного. Блять, он заивейдился. Отведи его. Все, он пошел отдыхать нормально. По жирному играем. Там и по жирному я прям сейчас дали быстренько. Залили их. Все, он пусть там хорошо стоит. Че там 25 стаков, я понял. Подавление быстренько заливаем, только слева внизу и вверху. Дайте иннер по зулгам бы. Все другие. Шаман, залейте их. Там разгром вышел, по разгрому быстренько въехали. Сначала по разгрому. Звездочку на него поставил, быстренько все въехали. Так, быстренько заливаем сейчас большого, под него ауе сразу дали дикое. Ауе дали? Всех червей залили. Там вы найдете спасение, герой. Локал за успехом Берни? Да, Берни, конечно. И усиление там и магии. По локу обязательно маг обнови опять по инесу. Там и по печеньке. И по вальке бахнул тоже, да, усиление? Да, вижу. Пал там, что у тебя там по стакам? Что-то я, походу, один ее хилю, и все, 4 лимона уже накинул. 50 стаков норм. Там он что-то, вроде там 60 или 70, да, тебе хватит. По Зулгангу еще залейте инов. АУЕ быстренько под жирного дали. Червей всех залили. Подавление смотрим. Если бы я ману собирал шаманом, я бы уже нормально захилил. Хулипал охуенно хилит, поверьте мне, ребят. Так что не надо. Так, разгром вышел, по разгрому быстренько въехали. ДК не затягивай зомби в рейд прямо в центр. Так, наверное, там и последние будут порталы. Bye.
Поджирного ОЕ дали. Семьдесят три стака, чё, норм, нет? Или еще будешь собирать? Ладно, давай сейчас это вот и последний будет и портал сейчас. Там он просто один пост после даст. Там вот этого вот и портал, как только выходит, шаман даст рост. Потом отдаст там и прист на отхил гимн. И лог. Встанешь прям и возле там и вальки, и будешь адское пламя. Кстати, подавление залили быстренько. Потрэш, потрэш, там черви еще бегают. Еще там и ближе, прям подойди к Вальке. Инос. Прям вплотную. Геру просидите, Геру. Вышел холлипал, да, давай, рос, все. Так, пошел на отхил гимн. Гимн на отхил, дайте прести. Давление вышло. Подавление быстренько залили. Можете себе забирать. Осколка же там не было вроде, да? Нет. Так, ну мне писал ДД какой-то 270-й. Давай, блять, а кто кольцо выпанул, пацаны? Какое кольцо? Адское. Да, кстати, Луция, брат, по-моему, ролит пара. Ой, точняк, я забыл, 8 минут совсем. Еще успеем. Так, сейчас сразу ролим. Что там, время-то закончилось на них? Так, отдашь квадратику обмен. Дальше пояс с ролем. Какое танковское кольцо, которое упало сейчас в Вальке? Или нет? Да, да, да. Сорокадру отдашь обмен. Конечно, у меня все. Я шмот себе забрал. Оледенелые меховые сапоги ролем. Ребят, быстрее обмен, что заканчивается время. Квадратик обмен отдаем. Это кто мне дает обмен на чё? На шею? Здесь шея у нас. А, да, ты выиграл, забирай. Потом 40 дров мне отдает обмен. И рога отдает обмен. Квадрат. Разбойник. Подожди, тот самый, ну да, тот самый забираем. Че, может на лану лучше, а не на про? Да, да, пошлите сел на лану. Посмотрим, что там ДПС, но все-таки попроще нам будет. ДД, может, какой-нибудь один пишет. Там можете там и в гильдии поспрашивать, там может какой-нибудь там и бисовый чувак, которому похуй на КД ворвется. Ты что, там следи кораблей будешь сейчас ролить, нет? Да. Леди ролим. Че, никому не надо? Че, гоните хороших плеч. Давай мне на Энха. Владидон, давай обмен. Кольцо Михаила Роми. Че,
надо никому ничего гонить. Но успех ролится. 40 кадров давай, да. Ботинки, кольчужные, броня. Не надо, на успех ролится. Патриот давай, да. Перчатки РДДшные, броня. Сракадроси, ШП 77, Зулганг 84. Зулганг, ты писал, что ролишь на Эльма? Сейчас смотрю. Не-не-не, не писал. Нет, не писал. 73 получает... А, нет, 77 ШП, давай обмен. Квадрат. Секиру роль. Она идет онли... рогом. Я там, я отдам роги по приору. Типа, ну тебя он один хуй, типа, блядь, хуёво зайдет. Бля, она ему нужна или просто ралли? Сейчас, я посмотрю. У него дробитель, а, да, у него 251, да, ему надо. Типа, ну оно тебе не подойдет, ты один хуй потом... Да я знаю, там, блядь, 20, ну, блядь, 260 скорость нужна. Так, ролим вот этим можешь поролить. Мисклик. Мисклик, давай обмен. Так. Че-че-че. В принципе. Пошлите трэш. Еще 43-4 минуты. Нормально. Меня там спамят? Нет, да, спамят. Какой персон? С кораблей там не падал никакой персон. А, поставь метки на практику. У друида. По 40 дрон колесо. Череп играем. Черепов доигрываем, ребят, он заэвейдился. Ура, не понравилось. Звезду сейчас быстренько доиграли. Кому? Кому они нужны? Это мне? Мне-то они нахуя. Но я потом, когда там и буду разраливать, там не знаю, посмотришь, кому нужны, кому нет. Мне-то они зачем? Руку забыл поставить. А, точно. Че, все играем? Со стекольного окро заберите, ребят. Еще один тактик здесь. Черепов не оставлю, всех череп играем.
А хуй знает, что там магия не держит, меня тупо не филиали. Что там, нет у него кого-то на знакомых, кто может ворваться? На лану? Слушай, я тебе ретриком, блять, на профу ворвусь. Нихуя себе пошла жара. Блять, да чё за хуйня? Я думаю, что есть смысл, как бы там лану, да я тоже закрыл бы. Почему нет? Нет, почему? Он лишот у нас там и зайдет в любом случае. Это же йотн. Харшама, ну мы лучше 2 ДД, мне кажется, там или берем. Типа по хилу у нас все норм будет, и так. Хилы справятся. Один ДД будет и больше. Все отпишут, конечно. Ну, типа... Я говорил, что может там и челики, которым скучно будет, вообще ничего не надо, как бы, может, пойдут. Нет, давайте как бы голосование сделаем. Мне как бы без разницы. Если хотите расход, давайте расход. Что-то люди там у нас падают прям как, не знаю кто. Что там делаете вообще, блядь? Танки мертвые, танков не сильно. Я понял. Ну, блядь, ну логично, что мертвый танк, сука, никак агро, блядь, не может держать, блядь. Вот чё тебе, блядь? Надо было там диван кому-нибудь повесить, порезнули бы. Ладно, давайте голосование, типа, кто за то, чтобы, типа, убить там лану, там, и профа потратить, там, не знаю, жмете да, кто, типа, нет, там, это, типа, там, разрол и расход. Это анонимное голосование, ребят. Ну, меня будут не разрол. Так, кто против? Раз, два, три. 4, 5. 5 человек всего лишь. Остальные хотят. Ну там еще там и йотан, блять, нажал нет. Так что. Я да нажал вообще. Надо меня, блядь, записывать. На он лишоте у тебя было нет. Так что еще вас. Ты не знаете, не гоняет, блядь. Yeah.
Он безумку ушел. О, только начали отписывать. Ну, сейчас посмотрим. Ретрик вместо безумки, в принципе, урвался. Вот этот 260-й. А, Ретрик ли? 66к хп. Ну, просто сейчас танки, спеки. Не смотрите, пока их пускают сначала. Да, я ему сказал, чтобы не заходил вынос. Совершенно. В принципе, нам 2 ДД, РД дам, да и все. Можно спокойно ебашить. Так, что там, все у нас подтянулись? Нет, еще White Frozen. И рога. Давайте быстрее сюда. Лох, поставь шкаф с манем, быстрее будет просто. Так, ребят, играем сначала в череп, потом в крест. По остальным раздавайте контроли все, обязательно. То есть там две самы, там прокастуйте руты и по звезде, там 40 друг руты прокастуешь. По остальным там ретрики покаяния дадите. Ну еще что-нибудь, там, я не знаю, раздайте, чтобы они были за контролем все. Пока что на АФК. Все здесь, давайте, поехали, раздавайте контроль и всем. Сначала в череп играем, потом в крест. А, все, отойдите оттуда, все, уйдите, все нормально, там все стоят. Сначала в крест играем. Он ромбик бежит, а по трусам обновите контроль, либо печеньки. А, ну все, пошлите в череп, короче. Все в череп играем, ребят. Трусы все играем в треугольничек. Печеньку поехали, кружочек.
Дзангетсу заебался ждать, видимо. Ливнул. Ну, походу, мне уже реально никто не пишет, так что давайте, наверное, паролем шмотки и разойдемся. Ну что, минус 3 тела такое себе. Для этого мы просто там Йотану покачали репу. Большое да. Спасибо. А вам за это дам плюс один кроу. На любом У меня есть один анролл, вроде мне есть что за анролл, так что. Увы. Так. Ролим печеньку. Воин-охотник шаман. Матроска. Нужно показать там наличие, там это 10. Не в обмен. Можешь там в квадратик кинуть обмен. Все, вижу, забирай. Так, ролим ФДК Роги. Гагарец, давай обмен. Шлем старой луны. Для сердру не надо, давайте на успех ролить. 40 друг. Давай обмен. Так, шея на танк ролим. Так, матроски. Матроски по приоритету уходят. Так, смотрим. Подожди, там кто-то писал? Никто не писал, что на танк, когда матроска забирает. Так, РДДшный шип ролим. Пирогога. Пирогога, давай обмен. Дальше идем. Пояс на ханта там. Мисс клик. Ну давай одну. Ну да, в принципе. Почти то же самое все. По 100 там. Далекая земля. Че, никому не надо на оф ролить? Кадру давай обмен. Блять, шмоток сегодня забрал сколько. Деболь в натуре, я просто счастлив, блядь, на небесах. Мисклик, обмен. Так, на охотника, на энха, не знаю, ролики перчатки. Шаман. Забирай. Правильно никого не слушай, греби весь шмот. Чё, блядь, не пригодится в Эндорус даже, блядь. Давай сюда. Блядь, за что нахуй задушили? Ардро, давай, мне. Вот она, блядь, карма её. Да у него 264-е такие же. Колечко ролим. Тви. Тви, но оно РДДшное. Типа, но оно заходит на шипы норм. И вроде на лока еще. Смотрим. Тви ролит на шипы. Забирай, я вижу. А, колечко танковское с вальки ролем. Сука, я тебя просил, рак. Ну и мне печенька последняя нужна, я ее заанролил. Как бы, потому что я ее хуй выролил.
Так, ну, в принципе, остальное боешки были, они анроллы, то есть там и запястье на Холипала, грудь на Ханта и анролл одна печенька. В принципе, все, ребят, всем спасибо. Все, я освещенный фулл.